А вот семья Ивановых из Чебоксарского района комфортную среду создает себе сама. И не только себе. Подробности в нашем сюжете. Клычевский чудесник. Так называют Николая Иванова в родной деревне. А все потому, что каждый год он со своей семьей строит на своем участке замечательные снежные фигуры и горку, даря радость местной детворе. Раньше качели делали, постепенно гирлянды покупали. Многие уже приезжали, из соседних деревень тоже приезжают. Нам приятно, людям тоже, наверное, останавливаются, смотрят, фотографируют, снимают тоже. Каждый год мы участвуем вот в конкурсах. Детей много тут, каждый день. Если раньше ребята ходили кататься во овраге, то сейчас бегут к Ивановым, не упуская любой возможности скатиться с горки. Иногда после школы катаюсь, иногда схожу домой, покушаю и выйду гулять. Эта горка классная, потому что светится огнями. Мне больше всего тут нравится бычок. Строить снежный символ года уже традиция. Каждый год на выходные мы приезжаем к бабуле и дедуле на Новый год, строим игрушки. В этом году мы построили бычка, так как в следующем году ожидается год быка. И это тот самый случай, когда неизвестно, кто получает больше радости. Ребята или те, кто создает для них из года в год такие зимние забавы. Екатерина Шеверова, Николай Семенов, Республика.